если вы с кошечкой, да? Да. Вы приходили сегодня? Да. Как фамилия? Сейчас мы вам приходим. Как фамилия ваша? Вы у нас были уже? Да. Как фамилия? Моя или Кошкина? Нет, ваша. Кошкина тоже фамилия. Не такая, как ваша, да? Я не знаю. Тут даже у меня паспорт лежит. Паспорт Кошкина? Нет, как ваша фамилия? Моя фамилия Лавровская. Лавровский, имя, отчество? Пригорное. Я так тоже хотел спросить тот же вопрос задать. Что вы говорите? Я говорю, у нас часто такое бывает, вместо своего имени называют Мишу Кошкиным. Вот так. Выясняется. Сын. Она объяснила.